поехали отдыхать на Ирке. На этой лодке поедем. А там Данил с Тимуром уже сидят в машине. Ну что, едем отдыхать на Ирке? Да. Видео будем с Ирков снимать? Угу. Смотри, какие видно плавают. Вот, да. Вот это остров, вот называется остров Ирки. Остров тут остров. Остров Ирки, да. Но вон вообще прозрачные рыбки видно, он плавает. Мы уже океан пересекли. Океан пересекли, да? Вон сколько мы проехали. Там. Это озеро Байкал, самое глубокое озеро в мире. А дальше мы приехали на Ирки, да, Дань? Там, на берегу Байкала такой островок называется Ирки. Я пошел купаться. Данил пошел пробовать воду купаться. Вода тут. Ну, чуть прохладнее, мне кажется, чем на Байкале. На Байкале там на пляже теплее, да? Да. Здесь попрохладнее водичка. Она вообще сам. Иди разденься сначала, сними все. Тимурчик, давай я тебя это сниму. Шортики с футболочкой. Вот, смотри-ка, рыбок сколько. Я кидаю, еще долго. Все постепенно. А что, чего? Баба с внуком пошли купаться. Холодно. Баба Данила. Я волшебный волк. Тимурик, давай снимем шортики, а ты сейчас намочишь. Давай.
Иди ко мне, братик, будем играть. Это делал пестик! Пестик, не знаю. Вот там был. Смотри-ка, рыбки вот за тебя плавают. Да. Кто это такой, мам? Все, еще давай у нас второе. Я все, сейчас окупусь. А огонь не больше вырятся, но ладно будет. Давай, иди сюда. Иди. Даня покажет нам, как купается. Даня! А тут Тимурик вон. А я не умею кормить. Сзади ты умеешь? Нет, нет. Окей, ел, штаны наел. Мы сейчас идем смотреть, где у нас там Даня купается. Свет, у нас сегодня у мамы день рождения. Мы приехали на лето, да, он делаем, да. Делает шашлык. Он сидим за столом, сейчас будем шашлыки есть, да? Да, отлично. Вон, Дане телефон купили. Даня, Дане тоже скоро телефон. День рождения. Поставили палатку. Сесть она будет, может, там это дело взять. Тимур вон пошел с дедом рыбачить. Он туда зашел. Глубоко. Ну-ка, Данил, давай еще, как ты ныряешь? Даня, пауки летают. Где? Нет. Нету? Давай. Нет. Он, Данил, как нырнул. А рыбок-то сколько? Он прям видно мелкий. Червяка с тобой порвачку, да? Тимур с дедом он. Пошли за червяками. Чопы! Нормально, волны! Волны там такие! Волны пошли! А? Червяками сол, вот он лежит. Подождите, он сейчас подождет. Где червяк? Ну-ка. Ну-ка покажи. Бери-ка ручку и посмотри. А, вон он выглядит, да? На него рыбку будешь ловить? Давай червяка на жеребьму. Вот он. Где? Вот. Так, пойдем туда рыбачить. Да погоди. Какой-то червяк-то духу задал. Нету нормального червяка. О, жирный червяк. Ой, Тёма, полутыщи дай. Закрывай, хорошенько, не просыв. Червяков с собой возьмем. Возьми пакет под рыбу, нету пакета? Байба, нет пакета. Не знаю, нету что-то. Пойдем, ладно, так. Надо шапку какую-то куда-нибудь твою уложить рыбу. Нет. Хотя. Скажи, шапка для меня, да? Это у тебя тоже у него пакет, у тебя тут не а, нет, там пакет у нас тоже. Ведро-то не взял, я же говорю, ведро кем возьми. Красота, вообще горы. Я теряю, кто ему убежит, час. О, Тёма! О, рыбку поймали! Молодцы! Маленькая! Маленькую? Покажите! Дед, маленькую поймай, да? Покажите, Тимон! Маленькая!
Маленькую рыбку поймали. Вот она. Не надо. Вода какая прозрачная. Смотри, клюет опять, чебур клюет. Отдавил лопатой воду, впустил. Опустил? Да. А что? Она сама. Она с рыбачки. Опять. Прыгнул. Стоим, она на вас стоять. Ага, привет, подскажи. Я допить, я могу спросить. Вот так, да? Не пугается, если еще удочку удержать не можешь. Нет, я опустили. Распугал. Я же боялся. Я под воду сяду, что я не пугаю. Аккуратно. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пока-пока!